Ребят, когда я делала съемку покупок из базара, я забыла вам заснять вот это чудо. Витя, как вы поняли, любит все натуральное, и мы купили домашних яичек. Удалось купить по 30 рублей. И наши любимые семечки, мы их всегда жарим вместе с черными вперемешку. Вкусно, здорово, полезно и уникально вечерком под семечки сесть и смотреть телевизор. И вот наши славные варенички. Вот они, чудови. Чудови, расчудови. Для милого. Для милого наварили, как в той песне. Карасики и редисочка. Вкусная вещь, кстати. Как арбузики. Мини-арбузики. Так, ну на этом все пока. Пока все. А там, кто знает, день большой. Куда закинет. Пока-пока.